Давненько мы не поднимали вам настроение историями с добрым концом. В этом видео мы собрали для вас самые трогательные спасения котиков. Чтобы не пропустить ни одного нового видоса, проверь свой колокольчик уведомлений и нажми на все. Тогда ты всегда будешь первым знать о новинке на канале. Во дворе одного из американских фермерских домов молодая девушка по имени Аннелиз Бёрк обнаружила двух новорожденных котят. Позже она услышала зов о помощи третьего малыша, который полностью увяз в грязи за домом. Именно он и был самым слабым и нуждался в срочной помощи. Аннелиз поехала с животным к ветеринару, где ей сказали, что шансов на выживание мало. Но девушка даже и слышать не хотела и решила бороться за малышку до конца. Назвали ее Джемой. Первые две недели были самые сложные для девушки. Она взяла отпуск, чтобы спасти жизнь маленькому комочку. Когда самый сложный период прошел, котенок стал набирать вес и крепчать. Джема подружилась с другими питомцами в доме и вела себя как обычный резвый котик. Год спустя пушистая малышка превратилась в настоящую красавицу. Маленький черно-белый котенок бродил по канадским улицам почти слепой и еле дыша. Добрый человек нашел его и сразу же отвез в приют. Там связались со спасательной группой Chatham's Orphelins, которые согласились помочь малышу. Врач, которому попал котик, сразу же почистил носик и сделал чистку зараженных глаз. Животное еще не могло хорошо видеть, но это было вопросом времени. Котенка назвали Бинкс. Волонтер из приюта по имени Джесс взяла котика домой на реабилитацию. Через несколько дней в теплом доме с новыми животными друзьями Бинкс начал поправляться. Также он стал набирать в весе и очень активно играть. Когда Бинкс окрепнет, его заберет семья, которая будет о нем заботиться. Во время сильного ливня в Окленде, Новая Зеландия, Кэтрин Ван Бик заметила на улице маленькое животное. Сначала она думала, что это мышь, но подойдя ближе, это оказался только родившийся котик. Нигде не было видно его матери, поэтому Кэтрин подобрала его и отвезла домой. Она думала, что все будет хорошо, но на протяжении нескольких дней котенку становилось хуже. Врач, лекарства и постоянные кормления на протяжении долгих и тяжелых 6 недель спасли маленький комочек шерсти. Именно тогда было понятно, что ему больше ничего не угрожает. Котика назвали Брюс. Через 3 месяца котик поменял цвет своей шубки с серой на черную. Это объясняется стрессовой ситуацией при рождении. Сейчас Брюсу 2 года, и он счастливо живет со своей спасительницей. Бездомный котенок по имени Карма был найден на улице и доставлен в местный приют. Ее ушки и хвост были отрезаны еще до того, как ее нашли спасатели. По этой причине животное было очень пугливое и не доверяло никому из людей. Физические травмы зажили, а вот душевные нет. Тогда и появилась волонтер приюта Карла Берти. Она проводила много времени с Кармой и решила сделать ей подарок. Связала ей ушки, а также кроватку и игрушку. Теплота со стороны работников приюта и волонтеров вновь завоевали доверие кошки, и она готова была найти свой дом. Ее забрала новая хозяйка, которая сделает ее счастливой. Оценивай видос и делись им с друзьями.